кем я хочу быть? Каким я вижу свое будущее? Этими вопросами задается каждый школьник. Проблема профессионального самоопределения молодежи в современном мире особенно актуальна. Чаще всего абитуриенты выбирают самые распространенные профессии. Вопросы осознанного выбора будущей специальности разбирали педагоги, родители и потенциальные работодатели на встрече в Казыбаев Юниверсити. Нам нужно определить наши определенные единые задачи. Ведь профориентационная работа, она не говорит о том, чтобы мы конкретно рассказывали о наших специальностях. Да? Для чего мы эти встречи организовали? Для того, чтобы мы сделали единую концепцию, именно видение профориентационной работы, именно как в школах, так и во всех учебных заведениях. Важны мнения наших работодателей, мнения родителей, да? Мнения самих выпускников, мнения даже первого-второго курса наших студентов. Ощутимый дефицит кадров наблюдается в технических профессиях. Однако именно такие специалисты наиболее востребованы на казахстанском и международном рынках труда. Сегодня многие отрасли производства, в том числе промышленность, транспорт, нуждаются в узких специалистах, специалистах очень узкого профиля. Нужно создавать необходимую культурную среду для того, чтобы в дальнейшем наше общество пополнялось и важными специалистами, которые нам необходимы нашей отрасли, нашим отраслям промышленности, производства, всей нашей экономики, нашей жизни. Вот. И с другой стороны, конечно же, нужно уделять внимание, прежде всего, молодежи как будущему. Помочь учащимся принять правильное, взвешенное решение – одна из основных задач старшего поколения. К слову, сейчас в регионе насчитывается 355 педагогов-профориентаторов. Все они регулярно улучшают свои навыки, посещают семинары и тренинги. Валерия Филатова, Шерния Симанов, МТРК.